Реально, спасибо огромное, Байрон. Этот заказ оформили в последнюю минуту и просят доставить сегодня. Не парься, Алан. На Байрона всегда можно положиться. Спасибо, я оценил. Ты чего это? Зачем ты... Прости, о чем ты? Да, что это было? А, я проверял погодные условия и скорость ветра перед вылетом. Вылетом? Ага. Доставка беспилотником. О, ничего себе, типа а-ля Амазон? Да, передовые технологии. Вот только... Коробка не маленькая, ты уверен, что все получится? Беспилотники невероятно эффективны и не вторгаются ни в чье личное пространство. Эти машины никогда не ошибаются. Значит, они автономны? Да. Но я их пилотирую. О, а у тебя и лицензия есть. Как бы тебе получше сказать? Да. Эй, Роуэн! Я здесь! Твою ж мать! Ты в курсе, что мы делаем доставку беспилотниками? Что, уже? Да, уже. Да! По-моему, это плохая идея. Я уверен, что... Заткнись, Алан! Все так делают. Амазон так делает. Слышал об Амазон? Конечно, слышал. Все знают Амазон, но мы не Амазон. Ты хоть знаешь, какие нужны разрешения? Итак, размещаю беспилотник на посадочной площадке, пока вы болтаете, окей? Так, все за линию, все в безопасную зону. И это оно? Да, Алан. Это... беспилотник? Ты чё такой древний? Прости за него, Байрон. Да я знаю, что это такое, но вам не кажется, что он слишком маленький? Этот беспилотник невероятно эффективный. Чем меньше, тем лучше. Жух-жух-жух-жух-жух! Байрон, это определенно не сработает. Подобное говорили пещерные люди о колесе, Алан. И где они сейчас? Вымерли. Что? Он сказал, вымерли. Что? Начинаю отсчет. И 3, 2, 1. Да. Байрон, не сработало. Я тебя не слышу. Роторы слишком громкие. Байрон, это не сработало. Алан, не отвлекай его. Так, это глупо. Эй, воу-воу-воу-воу. За линию. Здесь настоящая авиация, мужик. Байрон, ты только время теряешь. Может, возьмешь свой велик? Я его продал. Но зачем? Чтобы купить беспилотник. Надежные инвестиции. Спасибо. Черт возьми, Байрон, прошу, нам нужно это доставить. Хорошо, 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 хорошо. Сажаем спокойно, спокойно, аккуратно. Давай, давай. Вот так. Хм. Думаю, ты прав, Алан. Спасибо. Я недооценил размер полезной нагрузки. Да ничего страшного, можем взять мою машину, не проблема. Думаю, нужно внести изменения. Что? Ай, да ты издеваешься. Два беспилотника! Гениально!